И сегодня гаранты мира оберегают бендерчан и всех приднестровцев. Летопись города и республики оживает у памятных мест. Живые цветы легли и к памятникам-миротворцам в Бендерах. Горячее лето 92-го ворвалось в Бендеры необъявленной войной. Это было страшное время, вспоминают жители города. Целая цепочка кровавых событий привела к полномасштабной агрессии Молдовы против Приднестровья. На защиту родного города и республики стали приднестровцы, бендерчане. Начало войны – это ужас. Никогда не забуду. Мы сидим в рабочем комитете. И подъехала машина с Тирасполя. И просят показать, где типография. Потому что приехали в типографию, ну, как за какими-то бумагами. И поехали туда, и оттуда все началось. Вот эта стрельба. Что там только не творили. Эти снайперы, эти с Каушан, с Кишинева, с Хаджимуса. Все напали на город Бендеры. Жестокие бои шли по всему городу. 40 дней и ночей унесли сотни человеческих жизней. Не меньше было ранено. Растерзанный город, разрушенные дома и кварталы, мирные жители, в одночасье ставшие беженцами. Соглашение о мирном урегулировании подарило надежду на мир. В Приднестровье вошли российские миротворцы. С 21 июля начался, скажем, дипломатический, политический процесс прекращения боевых действий. Но боевые действия еще шли. 27 июля 1992 года была создана Объединенная контрольная комиссия из представителей Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья. Эта Объединенная контрольная комиссия незамедлительно приняла решение буквально в течение 3 дней о вводе миротворческих сил в зону безопасности. И как мы с вами знаем, значит, первыми, кто вошел в зону безопасности, это были российские миротворцы 29 июля 1992 года. Они вошли в зону конфликта и разъединили конфликтующие стороны непосредственно, значит, в самой ее активной фазе. Вот те самые уникальные кадры. 29 июля 92-го. На мосту между Бендерами и Тирасполем сотни людей. Город встречает миротворцев. Праздник со слезами на глазах. Слишком много жизней забрала война. Тот день в памяти навсегда, говорит глава города Роман Иванченко. В этот день как раз я находился в городе Бендеры, находясь в отпуске, будучи уже курсантом военного училища. Это, конечно же, памятная дата для всех бендерчан. Именно вот здесь, неподалеку, вот в этом месте, буквально в 100 метрах, бендерчане со слезами на глазах встречали как героев-освободителей миротворческий контингент Российской Федерации. И мы благодарны российским вооруженным силам, которые несут свою службу совместно с миротворческими контингентами Приднестровья и Молдовы и оберегают мир. Бендеры. Здесь установлены памятники миротворцам. В городе их несколько. Настолько велико было желание отблагодарить за самую великую ценность – мир на Приднестровской земле. Каждый год к монументам ложатся живые цветы.